Поскорее бы прошел ледоход, а то погода плохая, говорят жители региона. Замечают, что в ожидании этого природного явления усиливается ветер, понижается температура воздуха. Гидрологи говорят, скорее погода влияет на ледоход, чем он на нее. Сильный ветер весной охватывает большие территории республики. Активизируются циклоны, идет смена воздушных фронтов. А ледоход совпадает с весенней неустойчивой погодой. Тепло, ветер, солнце, дождь, таяние снега, приток воды. Все это способствует скорому разрушению льда. Вот и в этом году начало ледохода в Ленском районе совпало с потеплением, с максимальной температурой плюс 17 градусов. Активизировались все гидрологические процессы. Ледоход на участке от Витима до Пеледуя полностью прошел за 7 часов. Следом вновь пришло похолодание. Оно задержало ледоход еще на двое суток. Это сейчас вот к нам приходят циклоны в основном с севера Красноярского края, да? Особенно таким влиянием вот этих циклонов подвержен как раз вот наша Западная Якутия, это Ленский, Оленёкский, Мирнинские районы. Как раз получается так, что именно изменения погоды в основном они приходят на ледоход. Это закономерность уже, и она из года в год повторяется, но не повторяется никогда ледоход. Он каждый год он своеобразный. Как и прогнозировали синоптики, в эти дни в регион пришло потепление и задержится здесь. Ожидается, что вместе с ним ледоход быстрее пойдет по территории республики. Олеся Васева, Алекс Соснин, медиакомпания «Алмазный край».